Активные и неравнодушные жители республики собрались в эту субботу на Красной площади Чебоксар. Митинг-концерт «Россия в моем сердце» дал своеобразный старт году, объявленному президентом страны годом добровольца. Красная площадь стала одной большой сценой. Волонтерское движение в Чувашии с каждым годом объединяет все большее число тех, кто готов тратить свое время и силы на пользу обществу или конкретному человеку. Число добровольцев в России растет в геометрической прогрессии. По данным Роспатриот-центра, сегодня эта цифра приблизилась к 3 миллионам человек. На Чебоксарской Красной площади своим зарядом бодрости с добровольцами делились известные артисты. Здесь же прошла спортивная разминка, а юные хоккеисты городской школьной лиги дали мастер-классы.